Александр Лукашенко посещает сегодня Минский отряд милиции особого назначения. Планируется, что здесь президент вручит государственные награды представителям правоохранительных органов и военных структур. Затем глава государства ознакомится с порядком хранения экипировки, специальных средств оперативных рот и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования. В Беларуси утверждены тарифы ЖКХ на 2021 год. Указ подписал президент. Так, платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими повысятся в пределах $5 при условии нормативного потребления ими услуг. Повышение тарифов произойдет два этапа. С 1 января подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту, газа, электро- и водоснабжению, обслуживанию лифтов. А с 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на отопление и подогрев воды. В Беларуси началась массовая вакцинация против COVID-19. Первым спутник ВИ ввели медикам 5-й столичной поликлиники. Добровольцами стали 20 человек, 7 сотрудников клиники. Через 21 день они примут второй комплект препарата. Прививочная кампания, уверены специалисты, позволит в сжатые сроки побороть пандемию. Также бесплатно прививку получат врачи, учителя, люди из группы риска, затем список расширится. В Бобруйске под колеса автомобиля попал ребенок 2009 года рождения. ДТП произошло во вторник вечером на Минской напротив 1-й стоматологической поликлиники. По предварительной информации, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате чего мальчик получил травмы, с которыми был госпитализирован. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия. Областная профсоюзная елка соберет более 500 детей в Могилеве. Представление обещает быть ярким и запоминающимся. Юные зрители отправятся в волшебное путешествие по сказочному королевству Золушки. В нем также найдется место современным персонажам – Гарри Поттеру, Человеку-пауку, Бэтмену, Смешарикам и Фиксикам.